широко. Все. Маленькие пациенты, уверена Валентина Юрьева, требуют больше внимания. Прежде чем начать прием, с ребенком нужно поиграть, поговорить. Одним словом, стать для него другом. Для меня проще к маленьким. Маленький ребенок, он не врет, он все расскажет. У него видно по глазам, по настроению, по эмоциям. То есть они очень благодарны, ребятишки. Ты энергетику чувствуешь, то есть они тебе назад, вот все самое положительное. И порой даже это заряжает. А взрослые как-то вот, ну для меня дети проще. Когда поступала в медицинский институт, выбирала между двумя факультетами. Педиатрия взяла верх над стоматологией. Почти 12 лет Валентина Юрьева работает в Искитимской больнице. Сначала в центральной поликлинике, а последние 4 года на Южном. Продолжает брать дежурство в детском стационаре. У меня вон картинки, ребятишки рисуют, приносят там всякие подарки. Вот эти вот своими руками сделанные. Если относиться, вот... Понимаете, ну по-человечески все-таки. Я все понимаю, мы все уставшие, мы все это. Я думаю, что несложно. А если ругаться, кричать, выйди, зайди, пошла вон, то, конечно, ты не заслужишь такого этого. Редкие люди, которые спешат, может быть, где-то дома не встали с той ноги. Но обычно спокойно как-то это. Конечно, это иногда заводит, но мы стараемся на это... просто как-то откликаться по-другому. Очень редко. В этом году врач-педиатр решила попробовать свои силы в профессиональном конкурсе. Общими усилиями, признается Валентина Юрьева, было создано портфолио. В нем врач рассказала о себе, показала себя в работе, дома и сделала анализ деятельности за 3 года. Диплом участника как лучшему педиатру ей вручили накануне Дня медицинского работника. Люди все уважаемы достаточно, очень грамотные. Но я думаю, что мне еще надо поучиться, чтобы попасть во второй финал, как бы в конкурсе. На участке Валентины Юрьевой почти 1000 маленьких пациентов. Еще 2 ее всегда ждут дома. 6-летняя дочь и сын-подросток. Хорошо, признается медик, когда в семье есть педиатр.